мая в Самаре. Дамы и господа, в октагоне Александр Емельян. И 10 мая на 12-м событии организации состоится его бой с оппонентом из Бразилии. Александр, скажите, пожалуйста, степень вашей готовности, потому что май уже на носу. Вам слово. Я рад приветствовать всех собравшихся. Раз перед выходом сюда меня пытались испугать организаторы этого турнира какими-то громкими заявлениями. Я думал, что если я услышу что-то дерзкое, то я буду жестко вбивать своего соперника в ринг. Но так я его просто пошел на кал, аккуратно и быстро. Я слышал и более жесткие заявления, но они потом падали, как снопы под кошек. Приходите 10 мая. Я устрою для вас праздник. Александр Емельяненко приглашает всех на праздник 10 мая.